Всем привет! Сегодня мы хотим представить вам обзор первого программного продукта, разработанного компанией StyleMix Group для планшета iPad. Приложение называется ABVGDEIKA. Давайте посмотрим. Вот сама иконка приложения, которая имеет контрастную красную рамку, ну и яблоко посередине с буквой «Я». Теперь заходим в приложение. Сразу слышна фоновая музыка, и внизу три основных раздела. Буковки на песня, непосредственно сама азбука, ну и обучающая игра «Учим буквы». Начнем с азбуки. Мы сразу видим весь русский алфавит. Это очень удобно. Так как если вы в процессе обучения своего ребенка остановились на какой-то конкретной букве, то в следующий раз вам не надо будет перелистывать страницы, достаточно просто выбрать букву. Вверху азбуки мы можем отключить звук или выйти в меню, нажатие на логотип также возвращает вас в главное меню приложения. Давайте выберем букву А. Буква А. Апельсин. Мне на именины купили апельсин. Много скушать я не смог, из апельсинов сделал сок. Мы сразу видим крупную букву А. Предмет для более лучшей ассоциации ребенка данной буквы с каким-либо предметом. Ну и сам стишок, в котором также подсвечены все буквы А. Кстати, для разработки нашей азбуки были привлечены специалисты в области лингвистики, стихосложения, дизайна и дикторского мастерства. Перелистываем страницу, как принято на всех планшетах. Буква Б. Баран. На лужайке утром рано повстречались два барана, и пошли они гулять, травку свежую щипать. Мы также можем включить или выключить голос. Буква В. Вишня. Я под вишнею сижу и на вишенку гляжу. Высоко она растет, рука никак не достает. Ну и так далее все буквы. Теперь переходим в основное меню. Заходим в обучающую игру «Учим буквы». Здесь также мы можем отключить звук или выйти в основное меню. Также предоставлен список букв для более быстрого перехода. Выбираем, например, букву «А». Покажи. А. И показываем букву А. Все верно. Покажи букву Б. Показываем букву Б. Все верно. Покажи букву В. Ну и так далее. Теперь мы снова выходим в основное меню и нажимаем на буковки на песню. Я буквы все за.
Запомнил я. Песенка очень веселая и поучительная, и была сделана в качестве бонуса для детей, чтобы им не скучно было учить алфавит. Ну, в принципе, это все. Очень надеемся, что наше приложение поможет вашему ребенку легко и просто освоить русский алфавит при помощи iPad. Спасибо за внимание. Очень ждем ваших отзывов на Apple Store.